С 1 сентября обучение в украинских школах возобновится в офлайн-режиме. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. По его словам, в каждом учебном заведении будет система оповещения о воздушной тревоге и укрытие для учеников и учителей. Занятия планируем начать 1 сентября, преимущественно в офлайн-режиме при безопасной ситуации в регионе. Для этого в учебных заведениях усиливают безопасность, а именно будет обязательная проверка учебных заведений и прилегающих к ним территорий на наличие взрывоопасных предметов. К началу учебного года в каждом учебном заведении должны быть определены и обозначены пути эвакуации. У каждого учебного заведения должно быть, соответственно, оборудовано укрытие для всех участников образовательного процесса. Должны быть запасы воды и медикаментов.